Эхо лига нынешнего созыва продолжила серию триллеров сезона в Бресте. Авторы очередного гонбольного спектакля БГК имени Мешкова и «Славянский горение». В валидольной концовке удача взяла нашу сторону. Победа 26-24. А ведь перед игрой было от чего начать немного мандражировать. Три матча к ряду без побед. Благо, с безвыигрышной серией покончено. На двухнедельную паузу отправляемся на позитиве. Ощущение двоякое. Не сложился совсем первый тайм. Провалили в защите. Начали проигрывать очень много. Для этой команды я считаю, что мы должны играть по-другому. И хорошо, что выиграли. Это самое главное. Задача финала четырех всех лиги. Поэтому хорошо, что все сложилось. И сейчас небольшой перерыв. И готовимся к очень важным играм Лиги чемпионов. Накануне встречи Горение декларировал. Ни много ни мало. Игру Виктории на победу. Соперник не лукавил. В отличие от БГК, времени для подготовки к матчу у словенцев было гораздо больше. Да и к концу октября вице-чемпионы Словении набрали приличную игровую форму. В подтверждение вышесказанному, весь первый тайм мешковцы догоняли. Слишком много браков в позиционных розыгрышах допустила наша команда в первые 30 минут. Потери тут же возвращались быстрыми голами ворота Рады Мьятовича. Главный застрельщик в рядах гостей в первом тайме – опытный Алим Тоскич, перебравшийся в межсезонье в стан Горения с Вардера. 5 мячей на счету линейного гостей. Дистанцию отставания в 2-3 мяча удалось сократить лишь к самому перерыву. Павел Атьман точным броском прошивает оборону словенцев практически под сигнал на перерыв 14-15. После паузы Мьятовича меняет в рамки Иван Пешич. БГК перестраивается в обороне на 5-1 и постепенно берет инициативу изменения цифр на табло в свои руки. Хорош в стартовые минуты второй половины Иман Джамали. Четырежды кряду наш легионер поражает ворота Рока Запаншека. А после перехвата и отрыва в исполнении Даниса Криштопанса на 42-й минуте Брест повел 20-18. Горение реагирует. Ворота отправляется Йоже Бажник. Включает повышенные обороты еще один опытный вардеровец в составе Горения – Матиш Брумен. Два к ряду его мяча к 46-й минуте вновь выводит гостей вперед. 22-21. Но тут взял слово Иван Пешич. Последняя четверть часа – настоящий бенефис нашего вратаря. Пежа тащит 7-метровый, раз за разом подчищает сейвами выпады словенцев после наших очередных ошибок в атаке. Слава богу, мы сегодня выиграли, но я сказал раньше, это очень тяжело сегодня было. И играли первый тайм очень плохо, защиты и нападению всем сегментам. Второй тайм 9 мячей получили. 9, это защита лучше была, я последние 10 минут подбил это, что очень важно было за нас и на концу выиграли, но может быть чуть-чуть устали, не знаю, что это, но первый тайм очень плохо играли. Здорово в этой фазе встречи проявил себя Андрей Юринок. Наш юный левый крайний в эти минуты дважды точно палит. На 53-й минуте Андрей убегает в отрыв и доказывает всем случайность рокового промаха трехдневной давности с Вардером. 24-22. Но и на сей раз словенцы отыскивают резерв для восстановления паритета. Мячи Овничка и Брумина снова делают счет равным. 24-24 к исходу 56-й минуты. Но браво, Пеша! Очередные сейвы брестского хорвата сводят на нет все усилия гостей. Мячи же Димы Никуленкова и Сергея Шиловича фиксируют 3 очка для Бреста. Важная победа. 26-24. Поздравляю хозяев с победой. Пришлось им потрудиться, чтобы выиграть. В первом тайме неплохо сыграли в нападении, а вот во втором тайме в атаке были проблемы. Жаль, что не взяли в Бресте очки. У нас есть к чему стремиться. Мы боролись сегодня до самого конца. Поздравляю с этим свою команду. БГК – очень хорошая команда. Но мы не приехали сюда проигрывать. Очень хотели победить. Во втором тайме не нашли решения против защиты 5-1 и снова немного не хватило в концовке. Пару мячей отбил вратарь Бреста. Это и предопределило результат. В любом случае, была хорошая игра, хорошая атмосфера. Спасибо. Сегодня мы играли против второй команды Словении. Знали, что соперник прибавляет от игры к игре. И сегодня он это показал. В первом тайме проигрывали практически весь первый тайм, проигрывали 2-3 мяча,
Вот, думаю, что сделали много потерь ненужных, которые нам возвращались голами. 14-я официальная игра за 2 месяца, это, конечно, многовато. И видно, что ребята психологически устали. Плюс в этом году Сахалига гораздо сильнее, чем в прошлом году, и нет проходных игр. Поэтому все игры тяжелые. Мы старались варьировать сегодня составом. Думаю, что угадали с защитой 5-1, которая дала свои плоды. Это нам позволило переломить ход игры в первом тайме. Ну и во втором тайме, я думаю, тоже вначале все было нормально, потом пошли удаления. Команда соперника защищалась сегодня очень хорошо. Была равная игра. И повторюсь, команда Горения — это очень сильная команда. И я уверен, что она еще заявит о себе в Сахалиге, потому что команда, которую мы видели в начале сезона, и команда, которая играет сейчас, совсем две разные команды. Поэтому мы очень довольны победой, очень доволен тем, что ребята сегодня настроились очень тяжело, хотя, повторюсь, было очень сложно. Вытянули эту игру, выиграли, самое главное, 3 очка, и что у нас на сегодняшний день не было травмированных. Поэтому сейчас у нас наступает пауза. Желаю всем, которые уезжают в сборную, сыграть удачно и вернуться в распоряжение клуба без травм. Готовились к игре с Горением, знали, что это серьезный противник. Думаю, что игра всем понравилась, и болельщикам, может быть, только не тренерам, скорее всего. Но мы все довольны очень именно этими 3 очками. Это для нас самое главное. Теперь в клубном гандбольном календаре наступает затяжной перерыв. Все внимание делам сборных, которые на следующей неделе начинают отборочную страду к чемпионату Европы 2018. 10 сборников делегируют мешковцы в составы национальных команд. Ну а Виктории нашу команду увидим 12 ноября. В Брест снова пожалует Лига чемпионов.